второе отделение! Ей-ей-ей-ей-ей! Саш, каково это быть популярным? Это вообще тяжело, не дают прохода, в метро узнают автографы, все. Сейчас заканчиваю конкурс сразу в метро, туда-сюда кататься по ветке, раздавать автографы. А в целом неплохо. Как у вас самочувствие? Как прошло первое отделение? Первое отделение было хорошее, интересное, были отличные танцоры, но я смотрю вот на этих девчонок, они еще больше сегодня будут играть. Да, девчонки, давайте. Опа! А мы продолжаем наш конкурс.